Привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать несколько забросов, именно форелевых забросов, когда у вас ловля происходит в стесненном пространстве. Мы часто бросаем в кустах, иногда в таких местах, где нельзя сделать ни замах, ни размах, и каким-то образом блесна должна все-таки полететь. И вот несколько таких забросов я вам показываю, постараюсь сделать это в замедленной съемке. Я специально на блесну намотал такую красную нитку, чтобы было видно немножко, где она находится, как она двигается и так далее. Несколько забросов покажу с закруткой, когда нельзя разогнать бланк. Ну, для того, чтобы выполнить заброс, как и в нахлосте, необходимо нагрузить бланк весом блесны, то есть сделать замах, потом бланк как проща срабатывает и выбрасывает блесну вперед в намеченную вами точку. И для того, чтобы нагрузить бланк, нужно сделать замах. И вот, чтобы этот замах сделать невозможно, именно нужны вот такого плана забросы. Так что смотрите, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Пока!